Кто такой музей пса? Музей пса — это президент музея Лабрадора. Это орден посмертной благодарности от человечества, полученное дело. Пресса «Босс» — это ленинградский рок-клуб «Музыка 21», перезагрузка, дата стоит написано. Ну, и вот это наш YouTube-канал. Это не все YouTube-каналы музея, на которых мы сохраняем видео друзей и просто видео, которые нам нравятся, на которые мы подписаны. Ну, это наш счет, кстати, у нас есть и другие счета, не только Сбербанк. Вот, в принципе, вся коллекция музея. В музее есть подписанные книжки и диски, картин в музее нет. Ваше богатство все вот на этих ютубах. Страница ВКонтакте лево нижнее подчеркивание, рыжий. Фейсбук такой же лево рыжий, но Фейсбук сейчас не работает. Ну и ТикТоки. А, вот сюда можно добавить канал Иван Соколов. Ну и еще несколько каналов. Ну, по ссылкам на этих каналах это все можно увидеть. Картина нарисована Юлией Денисовой. Лев Рыжбекович, фотография сделана в 500 метрах отсюда, за магазином «Полушка» на «Пятерочка». Ну, это билет ленинградского клуба Лева Рыжбековича Корсовича. И Рейка, президент музея. Любимое место на столе. Так что подписывайтесь на наши ютубы и подписывайтесь на ютубы друзей. Там вы найдете видео со всех сторон.